В Жамбылском областном суде прошел круглый стол на тему усовершенствования представительских услуг в гражданском административном судопроизводстве, обсуждение законопроекта об адвокатской деятельности и юридической помощи. На сегодняшний день национальное правосудие осуществляется в новых правовых условиях, соответствует международным стандартам, обеспечивается принцип состязательности сторон в гражданском процессе, сокращены сроки рассмотрения дел, введены такие институты, как упрощенное производство, медиация, усилена роль судов первой и апелляционной инстанции. Введено электронное судопроизводство. Вот это все проводимые реформы судебной системы требуют реформирования представительства в судах, чтобы юридические услуги были оказаны качественно. И всем это юридические услуги были доступны всем нашим гражданам, юридическим и бизнес-обществам. В настоящее время средства массовой информации широко обсуждается проект закона об адвокатской деятельности и юридической помощи.